Меня зовут Егор Гончаров, я учусь в 3-м Д-классе, 27-й школе. Я расскажу рассказ Лии Гераськиной «Стране невыученных уроков». В тот день, когда все это началось, мне не везло с самого утра. У нас было 5 уроков, и на каждом меня вызывали. И по каждому уроку мне ставили двойку. Всего 5 двоек за день. Ну, 4 двойки мне, наверное, поставили за то, что я отвечал не так, как хотелось бы учителям. А вот 5-ю двойку мне поставили совсем несправедливо. Даже смешно сказать, из-за чего мне поставили эту несчастную двойку. Из-за какого-то круговорота воды в природе. Интересно, что бы вы ответили на такой вопрос учительницы? Куда девается вода, которая испаряется с поверхности луж, морей, океанов, озер? Не знаю, что бы вы ответили, но мне ясно, что вода, которая испаряется, то ее уже нет. Не зря же говорят про человека, который куда-то пропал, он испарился. Это значит, он исчез. Но Зоя Филипповна, наша учительница, почему-то даже начала задавать лишние вопросы и придираться. Куда исчезает вода? Может быть, она никуда не исчезает? Ты хорошенько подумаешь и ответишь как следует? По-моему, я и так ответила как следует. Но Зоя Филипповна, конечно, со мной не согласилась. Я давно заметила, что учителя редко со мной соглашаются. Есть у них такой отрицательный минус. Кому охота спешить домой, когда несешь в портфеле целую кучу двоек? Мне, например, неохота. Поэтому я и шел домой в час по чайной ложке. Но как медленно не иди, ты все равно придешь домой. Хорошо, что еще папа в командировке. Не то бы сразу начался разговор, что у меня нет характера. Об этом папа всегда вспоминал, когда я приносил домой двойку. И в кого ты такой, удивлялся папа? Совсем нет характера. Не можешь взять себя в руки и хорошо учиться. Воли у него нет, добавляла мама и тоже удивлялась. В кого бы это? Совсем нет характера. У моих родителей твердый характер и сильная сила воли. А вот у меня почему-то нет. Поэтому я не решился сразу притащиться домой с 5 двойками в портфеле. Чтобы подольше тянуть время, я заходил в каждый магазин подряд. В книжном я встретил Люську Карандашкину. Она моя соседка 2 раза. Живет в одном доме со мной и сидит в классе позади меня. Нигде нет от нее покоя, ни в школе, ни дома. Люся уже успела пообедать и прибежала в магазин за тетрадями. Был здесь и Сережа Петькин. Он пришел узнать, не получены ли новые марки. Он покупает марки и воображает себя филателистом. А по-моему, собирать марки может каждый дурак, если у него есть деньги. Мама открыла дверь молча. Но меня это не порадовало. Я знал, что сначала мама меня накормит, а потом... Скрыть двойки было невозможно. Мама давно сказала, что читает все в моих глазах, что я хочу от нее скрыть. В том числе и что написано в моем дневнике. Какой же смысл врать?